преддверии празднования юбилея Березняков в администрации собрались первые лица города. Представители силовых структур, офицерского собрания и ветераны боевых действий для чествования нового почетного гражданина муниципального образования город Березняки Пермского края полковника полиции Александра Чудинова, командира ОМОН города Березняки управления Росгвардии по Пермскому краю. Александр Сергеевич стоял у истоков образования ОМОН в Березняках и уже 28 лет честно и преданно несет свою службу. За эти годы он неоднократно выезжал в боевые командировки, в том числе принимал участие в Первой Чеченской войне. Александр Чудинов – настоящий русский воин, за что и награжден двумя орденами мужества. Я чувствую волнение. Естественно, столько было теплых слов сказано про меня. Надеюсь, что, даже не надеюсь, могу до конца нести это звание, защищать наш город и территорию Российской Федерации. Но я считаю, почетный гражданин должен, во-первых, внести вклад это в сфере образования, строительства города Березняки, также защищать охрану общественного порядка от преступности. Среди первых, кто поздравил Александра Сергеевича, депутат законодательного собрания Андрей Силаев. Александр Сергеевич, я знаю давно. Это настоящий офицер, полковник Росгвардии, имеет боевые награды, имеет боевые ранения. Честный, порядочный, ответственный, смелый командир. Всегда заботится о своем личном составе. И я считаю, что город может действительно гордиться таким человеком. В этот волнительный день рядом с Александром Чудиновым и его сын Роман, который, к слову, собирается пойти по стопам отца и посвятить себя защите нашей Родины. Сначала хочу закончить училище и после армии продолжить пост отца. Вот. Также собираюсь еще, думаю, также поступить в Росгвардейское училище, уже пойти также на офицера. Я чувствую сейчас гордость за своего отца, что он добился такого высокого поста в городах Березняках, и горжусь им. За 90 лет почетного звания в Березняках были удостоены уже 41 человек, в числе которых народный артист Советского Союза Бруно Фрейндлих, заслуженный работник культуры РСФСР поэт Алексей Решетов и заслуженный врач РСФСР Евгений Вагнер. Сейчас наравне с этими именами в одном ряду и имя Александра Чудинова. Пожелаем ему и его бойцам успехов и крепкого здоровья. Валерия Галакова, Ольга Распономарева, Никита Игнатьев. Наши новости.